Всем привет. Тут, короче, есть туры для вертолетов $179. Я не знаю, может, я возьму вертолет и полечу вокруг Гранд-Каньона, покажу вам. А вообще здесь я... Тут музей авиационный рядом с Гранд-Каньоном. И автомобили. Выставка автомобилей. No, that's all right, thank you. Ну вот, в общем, на сегодня вертолеты не летают, к сожалению. Ну ладно. Я так вам снимаю. Я буду вам откровенен. Я ужасно боюсь высоты. Это просто кошмарно боюсь высоты. И для меня даже подъехать к Гранд-Каньону, я не знаю, это просто сумасшествие. Я когда на четвертом этаже смотрю вниз, у меня начинает кружиться голова, и вообще, мне кажется, я потеряю сознание. Вот, короче, не знаю, как я буду у Гранд-Каньона себя чувствовать. Здесь у нас... Что у нас тут? Honda 1972 года. Отсвечивает. Пойду обойду. Да, короче, такие дела, ребят. Ну тут прикольно, знаете, еще я вам вот сейчас скажу. Я только недавно выложил с айфона видео о том, что я в горах, и там снег, и вокруг елки, и все так круто. А теперь посмотрите за окно. Это буквально, я не знаю, полчаса я отъехал. Кусты и пустыня. За полчаса абсолютно другой климат. Все те люди, которые мне там пишут, какие там нет природы, каменные джунгли. Ребята, это Америка такая большая, она такая классная, она такая разная. Тут природа офигеннейшая. Просто каждый сам выбирает свою Америку. Так, это у нас что? 1917 год, Ford Model T Speedster. Красава вообще. Вот Ford, еще один, 1926 года, модель ТТ, однотонна. Форд 1912, такси, деревянный корпус, прикольное такси, я бы на таком проехал, и сзади, короче, свежий попкорн, офигеть, едешь на такси и сразу ешь свежий попкорн. Офигеть. 1925 Ford Delivery Truck, доставочная машина. Это у нас что? 1934 Ford Phaeton V8. Rio Runabout.
вообще древний такой. Карета на колесах. С двигателем. Вместо лампы еще свеча, походу, по-моему, была. И здесь тоже. Пятый Ford Express Pickup. 28 миль в час разгонялась. Нормально, что. Buick 1908 Convertible. До 25 миль в час разгонялась. До сих пор на ходу. Второй Touring Car до 28 миль в час. Maxwell. Да. Короче, я пойду еще в авиационный музей сейчас схожу, там поснимаю, а потом поеду к каньону. Все, всем до связи. Пока.